Всем привет, дамы и господа. Посмотрите, даже коммунисты за Навального. Мы коммунисты, мы общественники. Хорошо, хорошо. Но с красным флагом. Я торговлю газ, это не коммунисты. Да, очень много людей собралось. Да. Больше, чем на митинге в 2019 году, когда он проходил ровно здесь. Сейчас вы оцените, сколько народа собралось. Вся площадь буквально забита, вся. Люди еще идут и идут. Вам обращается администрация городского округа Самара. Данное массовое мероприятие незаконно. Просим вас разойтись. Вон, если вы видите, а здесь не видно, на автозак стоит для особо буйных или для всех, кто решат венчить. Посмотрим, как оно выйдет. Но люди вон еще идут и идут, пока полиция не препятствует митингу, но посмотрим, что дальше будет. Очень интересно, люди даже в сугробе стоят, чтобы воочию увидеть. А вон уже люди собираются с плакатами. Как я понял, сейчас начинается все самое интересное, так сказать. Давайте-ка подойдем, насколько близко, насколько это возможно. Правительство
в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Путин 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 в отставку! Отставку надо СИЗО! Путин в СИЗО! Кто такой Владимир Путин? Кто такой Владимир Путин? Кто такой Владимир Путин? Кто такой Владимир Путин? Ребят, что, не от того микрофона, что ли, нет? Мы сами как микрофон. Да где, блин, давайте пусть как-нибудь. Путин вор! 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 Свобода полиции заключенным! 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 Уважаемые граждане, данное публичное мероприятие не согласовано. Уведомление о его проведении не подавалось. Просим вас не нарушать общественный порядок и разойти. Как не важно, важно. Кто за пьяный ёжик? Да, всю страну в деградации привел. Вот именно. Шутите. Революция рабочая. Я только иду из метро. Свободу! 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 Свободу!
Санкт-Петербург. Москва, дорога. Сейчас посмотрим на провокацию. Прокопенко Михаил, потом забросим строительство, кто лучше прямо сейчас. Какая организация называется? Кирки трусов. Это эти прилипали. Но они у них брендированная одежда. Вы что представляете? Какую организацию? У вас брендированная одежда. Прилипали они. Забрал только называют организацию. Я раз слышу. Вы читать это не пробовали? Знаете, есть такая штука, это алфавит и акбук. Вас искать я даже ни разу не пробовал. Нигде вас ни разу не видел. Еще и со слухом проблем. Возглавляем одним из лучших писателей современности, на самом деле, российской русской литературы. Если вы... Захар Прилепин. В общем, если вы, может быть, слышали. Но вы книжки не читали, наверное. Будет что, провоцируйте, что вы слышали? Чего вы, блядь, расплатили? Идите, давайте. Мне интересно. Дети, пора в школу! Дети, у детей нет! Так, мы сейчас видим движение. Похоже, активистов задержали или что-то в этом роде, или просто шествие уже началось. Привет. А я думал, всего блед. Какие-то, вы сейчас видели, петрушки какие-то вышли, блин, прилепинские. Этот Захар Прилепин воевал за сепаратистов на Донбассе. И никакой он никудышный писатель, конечно же. Так, а у нас, походу, шествие началось, как я понял. Непосредственно не митинг, а само шествие до площади Славы. Активисты анонсировали эту акцию. Ну, сейчас посмотрим, докуда их пустят и пустят ли вообще. Нет, что вы меня что сидели бы дома? Ну что, Азаров, идем к тебе. Там,
Ты прикольнулся, что ли? Так, у меня сейчас садится батарейка, поэтому выключу сейчас. Раз люди направляются в данный момент колоннами к площади Славы, как и было запланировано. Один автозак остался сзади, а другой чуть дальше поехал. Три шата, наверное, давить двух сторон получается. С фронта и с тыла. Ну посмотрим, что выйдет. Мы здесь власть! 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 Мы здесь Ну, двух автозаков явно недостаточно на такую толпу. Сейчас, наверное, еще подгонят. Вынужден чуть-чуть сбоку обойти, потому что там не просочиться. Очень много народа идут. Я боюсь, что любой момент могут космонавты вылечить из этого КамАЗа и всем вещам продавать. Так, ну он будет спокойно проехал дальше. Путин бог! Путин бог! Путин бог! Путин бог! Путин бог! Путин бог! Вот вы сами видите, сколько много, очень много людей. Путин бог! Такого не было никогда, что называется. Очень много людей, очень много. Я вынужден вновь обходить толкучку. Смотрите, что власть для нас приготовила, а? Вот эти вот КамАЗы. А может, просто там сотрудники как бы Росгвардии, ну не знаю, не знаю. Так, а вот, собственно, колонна, вот она. Да, я, к сожалению, еще раз повторю, вынужден обходить. Иначе меня просто задавит. Ну вот сейчас вот вы видите, сейчас сами сейчас подойду к колонне чуть-чуть. Полиция с народом!
мы уже практически достигли проспекта... А, полевой, да, еще до проспекта Ленина далеко. А, ну мы уже на проспекте, да, чуть перепутал. Мы сейчас на Галактионовской. На Галактионовской мы сейчас уже власти подогнали непосредственно саму Росгвардию. До этого были просто сотрудники полиции, а сейчас подогнали Росгвардию. Вот вы сейчас увидите их шмаровозку. Вон она. Вот она стоит. Мы видим, что часть протестующих идут непосредственно здесь, другая часть еще чуть ниже пойти. Потом министерство Навального! Новый лозунг, ну новый, старый. Долой царя! Долой царя! Еще раз, еще раз! Долой царя! Долой царя! Смотрите, мы сейчас видим, как сторонники Навального соблюдают правила дорожного движения и не переходят на красный свет. Которые формируют гражданскую компетентность, она состоит в политических функциях. Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею! Уже непосредственно около здания полиции почти. Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею Навальному! Свобода Алексею Навальному! Победите! Вот до чего власть довела жителей города и области. Люди идут, но не то чтобы на штурм правительства, но выглядит это так действительно. Интересно, что... Путин вор! Путин вор! Путин вор! Россия будет свободна! Россия будет свободна! Россия будет свободна!
Россия будет свободна. Сейчас, а то у них и полиция выставили отцепление, но пока так, слабенькое. Люди все идут и идут. Мы уже около ЦСКА ВВС, да, около уже дворца спорта. Так, колонна сейчас замедлилась, встала. Сейчас попробуем выяснить, что там под ограждением выстроили. Но точно сказать пока не могу. Не знаю, ты видишь, нет. Я смотрю. Будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Ждут колонну, что ли? Идут, идут дальше. Мы здесь, власть! 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 Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Не идем, да нам не успевают, нас очень много! Один за всех! Да, еще с другого конца подходят, с третьего люди подходят тоже. Колонна протестующих достигла Самарскую губернскую думу. Вот с этого сгорбия. А вот идут протестующие. Путин, Бог! Прям мимо автозака. Путин, Бог! Путин, Бог! Кому? Отставку! Один за всех! И все за одного! 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 И все за одного! Уже практически вплотную подошли к зданию правительства. Все за одного. Прям уже достигли, можно сказать, площади славы. Да не можешь сказать, это так и есть. Достигли площади славы. Мы видим отступление с той стороны. Мы также видим космонавтов, это Росгвардия, наверняка. Люди тоже ждут, чем это все обернется.
Один за всех! И все за одного! Полиция с народом! 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 Полиция! Вот практически уже здание! Полиция с народом! Полиция с народом! Полиция! Впервые, наверное, в 91-го. Тогда в 91-м не было такого. Полиция с народом! Так, ну что, с другой стороны попробую войти, да, попробую с другой стороны обойти. Мы видим, что как бы сейчас навальнята с одной стороны улицы, а сотрудники полиции с другой. Так вот, уже со стороны полиции снимаю. Почему я сюда решил? Потому что там не протолкнуться, очень много народа. А вот пошли задержание. Переходим. Вот тварь. Так. Какой кошмар! Дальше работаем, работаем, попаем, да? Бегом, бегом! Апофеоз митинга, так сказать. Людей сажают в автозак. Активистов с плакатами, я как понял, уже посадили, но все равно народу очень много. Thank you.
Так, что касается... А, они вон с той стороны пошли. Росгвардия, да. Шеврона Росгвардии. Это обычные сотрудники полиции, а там Росгвардия уже. Хотя какая разница? Подъехал. В нашей стране беда! Мы что делаем? Так. Так вот прямо около... Винтят около здания правительства. Люди не хотят эту власть терпеть. А их за это сажают. Чего? Дальше! Тут светофоры всех перебиваем!